А кто самый первый русский рэпер? Пушкин. Шутишь, да? Нет, он круто рифмовал, имел африканские корни и погиб в перестрелке. Блоб, что ты все время почесываешься? Блогеры завелись. Я теперь наркоман. Это как это? Да, с бабульками у подъезда не поздоровался. Ну что, твой бывший отстал наконец доставать тебя смс-ками. Представляешь, неделя уже не пишет, паразит. Петрович, а ты правда в Европе был? Правда. А ты видел, что они плохо живут? Видел. А мигрантов обнаглевших видел? Видел. А гей-парады увидел? Конечно, видел. У меня телевизор в номере российские каналы показывал. А депиляция воском это больно? Смотря в какой области. Я из Нижегородской. Как там твоя гликемия поживает? Бабушка, ну сколько раз говорить. Ее зовут Гликерия. Дедушка, ты спишь? А что? Дай 500 рублей. Сплю, внучок, сплю. Вчера мой муж впервые сам постирал носки. А что это на него нашло? Забыл снять их, когда ванну принимал. Я начала учить чешский. Читаю новости уже на чешском. И как? Понятно пока мало, но трындец как смешно. Да ты успокойся, я тебе говорю. Что вы делаете, когда глубокой ночью вам звонят с незнакомого номера? Посылаю нафиг. А если номер определился? Посылаю нафиг по имени отчеству. А ежи. Так ты, Эдвард, говоришь, что не хочешь жениться. А вот если ты встретишь кого-то, кто будет почти идеален и готов подтакать всем твоим капризам. Тогда, Матрёна, я скажу, что отечественная робототехника сильно шагнула вперед. Подписываемся, кликаем на колокольчик.